Всем привет, с вами TeamLine, и сегодня в этом видео я вам расскажу, сколько можно заработать в Инстаграме. Давайте возьмем такую вот отметку в 100 тысяч подписчиков. На самом деле мне очень много приходят такие вопросы, как сколько ты зарабатываешь или сколько же можно заработать, имея там 100 тысяч подписчиков на коммерческом аккаунте в Инстаграме. И сегодня в этом видео я вот все-таки решил рассказать вам, сколько реально можно заработать с таким количеством подписчиков. Поехали! Итак, как вы знаете, у меня есть страничка коммерческая, называется Facts.ru, на ней 144 тысячи подписчиков. И я вам скажу, сегодня поделюсь, сколько я все-таки зарабатываю с таким количеством подписчиков. На самом деле могут быть такие ситуации, например, у вас есть 100 тысяч подписчиков, и еще у кого-то есть 100 тысяч подписчиков, но у него заказывают больше рекламу, но у вас нифига не заказывают. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что у вас соотношение количества подписчиков и лайков очень маленькое. К 100 тысяч подписчикам там нормальное количество лайков должно быть от 5000 до 7000. Вот тогда у вас очень много клиентов будет. Если у вас 100 тысяч подписчиков и у вас там на фотках по 1000, по 1500 лайков, то никто у вас не будет заказывать рекламу, потому что активность у вас маленькая. Давайте все-таки скажу, на 100 тысяч подписчиков с активной аудиторией, которые были набраны с помощью рекламы, а не масс-фолловинга, как это называется сейчас, можно заработать с одной рекламы в районе 1000 рублей. 1000 рублей за активную страницу с количеством подписчиков 100 тысяч. В моем случае, вначале у меня не было денег, поэтому я развивал свой аккаунт способом масс-фолловинга и набрал где-то 50 тысяч подписчиков. После этого делал взаимные пиары. Потом уже начал постепенно покупать рекламу, как у меня появились деньги, потому что я уже постепенно продавал рекламу. На тот момент конкуренция не была такой большой, как она сейчас является. После этого я уже перестал заниматься масс-фолловингом и начал активно покупать рекламу. В результате сейчас набрал 144 тысячи подписчиков. И в неделю у меня где-то заказывают максимум 2 раза или максимум 3 раза рекламу, а бывает даже вообще ни разу в неделю. Вот так вот. Потому что у меня 40% аудитории собраны масс-фолловингом и 60% аудитории собраны рекламой. Вот такие дела. Имея 100 тысяч активных подписчиков, платежеспособных людей, вы можете где-то в месяц заработать. Ну, сами посчитайте, если у вас неделю будут заказывать по 3 рекламы. Неделю это 3, 1 месяц это... В месяце 4 недели, 3 умножаем на 4, получается 12 тысяч рублей. Ну, в районе 10 тысяч рублей вы можете примерно заработать, имея 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Ну, надеюсь, я вам все объяснил. Если у вас остались какие-то вопросы, если я что-то недорассказал, то напишите свои вопросы внизу в комментариях, или же напишите мне в личку, я вам лично отвечу. А так, всем пока!